Скоро новые призваны во тот деле, и будьте дружелюбны. Вот и слово доселяется у вас обильно со всякой призвой. Не надо снимать скорую помощь. Почему? Что значит не надо? Во благодати воспевая сердца ваши Господу. Раздевши, не ходи. Так, ну здесь дорога, где не ходи. Было плохо сегодня Галине Немцовой. Она долго лежала в больнице, сердечница, в мае месяце. Никто не ожидал, что она будет живая. Но она выжила. И договорились, и покрестили в полное погружение. И чудо Божие. В Московской патриархии, здесь, в Покровском соборе. И вот сегодня, 20 число декабря 15 года, воскресенье, она пришла, и ей стало совсем плохо. Вот она где. Она может уезжать навсегда. Мы давно-давно знакомы с ней уже. Это, наверное, 30. Очень хорошая женщина. Вот так. Бог, помоги, Господь наш Спаситель. Ты исцелитель. Это вот сосед. Сосед другой был пьяный или как там. Оставил плитку, что-то загорелось. И пол дома сгорело. Пол к дому. Вот. Этот старик-пенсионер, вот как отстроил свой дом в течение короткого времени, там месяца полтора, ну 150 тысяч обошлось. А рядом, вот, который человек ничего не строит, так, а стоит уже несколько лет, деревья сверху растут. Потом у меня Надежда Васильевна тоже заболела. Что? Ну рассказывай, что там с ней было? У дверей хоть постою, послушаю, у дверей постою. Не надо. Иди ложись. Так, что, Галя, ты признали они? Он не сказал, что. Сколько ей лет? Ну, где-то уже около 70. Сколько? 70 где-то, я не помню точно. 70? Да. Ну, помоги, Господи. А то от нас пришли, сегодня у нас интересный будет разбор. Тут от митрополита Илариона якобы пришло, посмотрим. Ну, пока документа нет, но мы все равно заранее должны рассмотреть. Иди с Богом, отдыхай. А я вчера читала. Не выходи лишний раз на улицу, пожалуйста. Ребята все приходят, сделают. И вот так мы здесь находимся.